Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, добавьте мне ВКонтакте, друзья. А вдруг закроют YouTube, ребятки, а я уже у вас в друзьях. Так, ребятки, слушаем наших любимых артистов, Катьку и кто у нас там? И Фьючер, да, ребят? Поехали, мои хорошенькие, немножко отдохнем. Посмотрим и послушаем Кригеров, Книгеров. Ну, ребят, вот, пожалуйста, ребят, это читают они так рэп, ребят. Видите, как они голоса поменяли, голос у них по-разному звучит, видите как? Мяукает, да? Да, мяукает. Мяуканье рэпом. Да, ребят, это прям что-то необычное, да, ребятки? И голос так могут делать такие взрослые парни, здоровые, детский, да? Детский голосок. Детские голоса делают, да, ребят? Ребят, ну что, вот о чем поют? Я переводчик, ребят, я скажу. Я что поняла? Они говорят, пойдем прачечную, говорит, стирать. Машин там у них очень мало, машинок, вот, например, в доме. Неужели ты хочешь сказать, что они вещи будут в свои два человека в одной машинке стирать, да, что ли? Они тут вниз спускаются, у них там есть этаж нулевой, там машинок много стиральных. Там стирают и репетируют заодно. Вот. Давай, говорит, пошли стирать белье, говорит, и будем репетировать. Вот они репетируют. Разминка голоса, ребятки. Видите? Ребята, они трусы не стирают, ребят. Не думайте. В одну стиральную машину не положили? Нет. Они, ребят, такое... Вручную, да? Да. Белье такое, знаете, не белье, ребятки, а одежду. Спортивный костюм. Они в лес ходили, занимались там и немножко, ну, вспотели, ребят. И решили постирать. Не думаю, что они трусики стирали. Нет, конечно. Трусы они дома стирают, ребят. Взрослые парни, да, здоровые такие, да, спортсмены, да, и так голос меняют, да, вот как будто дети поют, да, но интересно, да, звучит, ребят, мне вот очень нравится, интересно, и танцевать под него можно, и длин бросать, пожалуйста, ребятки, вот они занимаются там у себя внизу на нулевом этаже, ребятки, у них все получается, скоро концерт, с концертом приедут они в Москву, ребят, они говорят... I'm gonna eat some calcium.
разговаривают. Карте машинку сломал. Да, у карты машинка сломалась. Полоскание не идет. Не полоскать никак. На речку побежали. Побежали на речку, ребят, полоскать свои футболки. Очень понравилось, между прочим. Вот понравилось, реально. Так они голоса поменяли, да? Так классно звучало. Большие такие лоси, да? И таким тонким вот писклявым голосом пели. Не пели, ребята, а читали рэп. А? Это уметь надо, ребятки. Видите, что делать? Извини, это похоже на оскорбление. Ну почему? Какое оскорбление? Хорошо, что они не знают русский. Ну они правда здоровые. И так они пели, да? Таким тонким голосом. Ну как будто вот дети. Ну, интересно звучало, мне понравилось, необычно, ребятки. Я осталась, но танцевала, ребятки. Чуть-чуть едли бросала. Ну, внимательно слушала, ребятки. Интонацию слушала их, как они занимаются, что они делают, ребятки. Как у них голос звучит, какая музыка, ребятки. Мне понравилось, друзья, с удовольствием послушала. С удовольствием. Это наши фаворитики, ребятки. Ну что, друзья, пока, мои хорошие.